Названа возможная причина опрокидывания лодки на реке Лени в Намском районе. По мнению руководителя службы спасения Якутии Николая Находкина, несчастный случай мог произойти из-за погодных условий. Место трагедии – слияние рек Лены и Алдана, известно своей ветреной погодой. Водолазы начали обследование акватории реки Лены в предполагаемом месте. Спасателям неизвестно место крушения лодки. Ширина реки в районе поиска составляет около 10 километров. Очень сильное течение, что осложняет работы. По данным следствия, 29 июля на реке Лена вблизи острова Никогда произошло опрокидывание моторной лодки «Крым», в которой находились 6 человек. Установлено, что маломерным судном управлял пенсионер, группа следовала в лесной массив для сбора дикорастущей голубики. Около 7 часов 29 июля двух выживших пассажиров перевернувшегося судна обнаружили местные жители, которые следовали мимо острова на лодках. Последующим обнаружили тела двух других пассажиров. В настоящее время поисковые мероприятия продолжаются. На месте работают сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям. Кроме того, создан оперативный штаб, в состав которого входят сотрудники полиции, районной администрации, МЧС, а также местные жители. В рамках процессуальной проверки проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся опросы, устанавливается причина произошедшего. Процессуальная проверка продолжается.